Так, смотрите. Пусто. Пусто. Все коробки у нас тут. Сегодня у нас приезжает стенка. Всем привет, с вами канал Артмания. Провода здесь я скрутилась, вчера убиралась. Что-то опять много проводов. Даже тут не пойму. Ну ладно. Вот. Все освободила здесь. Помыла полы вчера. Красиво. Стенка какая красивая. Такая вся светленькая. Сегодня сюда встанет стенка. Обещали привезти и сразу собрать. Да? Привезти и собрать. Кресло сейчас я задвину туда. Там телевизор поставила. И стул вот это мешал. Сейчас все туда задвину. И все. И будем ждать, да? Обещали вроде как с утра. Ну, посмотрим. Так, пришел наш заказ. Ну, даже ничего, смотрите, не упакован. Вот этот холст заказал со вкусом колы плюс кофеин. Заказал вообще даже ничего не упакован. Может, мне кажется, выпустить. Прям собирали, не в попад как-то. Удивительно. Две шоколадки. Так, вот такой вот клюквенный. Нам очень, кстати, они понравились. Я покупала около светофора. У нас был какой-то магазинчик. Там рублей по 30, наверное. А так у нас в магазине они рублей 70-80 дороже стоят. Здесь я нашла по 40 где-то рублей тоже вот так же. Здесь вот бородинский ржаной хотим попробовать. Мне кажется, должно быть вкусно. Надо было побольше взять. Вот, и вот такой вот. И также заказали Диме смесь. Смесь пришла в такой коробочке. Здесь по 400 грамм, 3 штуки. Для увеличения веса. Вот такой мини-обзорчик. Так, привезлись наши шкафы. Ну, конечно, тут совсем все по-другому. Раньше был сначала всегда у всех фирмах сначала осмотр, а потом ты оплачиваешь. А тут по-другому. Ты полностью оставшуюся сумму оплачиваешь. Вот он, грузчик. И также сборщик. Уходит, но оставляет свои сумки. И сидишь, трясешься. Все ли там правильно, все ли там хорошо. И потом будет вот он собирать. Приехала моя стеночка наконец-то. Большая. Заказали во всю стену. Должна быть красиво. Надеюсь, что там стекло не побьется, что все хорошо будет. Очень на это надеюсь, очень переживательно это. Почему-то у них все по-другому. И, конечно, в центре, там, в салоне, продавец должен был сразу предупредить об этом. Никто ничего не сказал. Ну, тогда бы человек не стал брать товар, за который не посмотрел. Сначала оплатить, а потом тебе его это... Хотя, не знаю, по-разному, может быть. Он что-то там прям гнется сильно. Вот. Короче, ждем-с.